Привет, друзья! И сейчас, как сказал когда-то один из очень хороших специалистов, который у меня учился в Махачкале, а он был из Украины, Ярослав Лещук, мой друг. Я его посадил покушать. Он был моим гостем. И он когда сел и сказал: «Сейчас главное не спешить». Да. Ну, вот сейчас главное не спешить, потому что я хочу сделать сообщение очень важное, полезное для вас. Дело в том, что оказалось, по вашим отзывам и комментам, которые я получаю в группах на Фейсбуке, в личке, получаю ВКонтакте, в личке, и вообще по интернету сейчас, в YouTube-канале сейчас под этим там комменты пишут, и я их анализирую всегда. Оказывается, у нас вот эта волна, когда мы переживаем на фоне колебаний и в конечном счете приходим к состоянию безмятежности, даже если были в сильном страхе, стрессе и так далее, если мы вот так вот нажимаем на пальчики и потом вот так качаемся в удобной для себя форме, переживая, напрягаемся, когда нам хочется, отпуская, когда нам хочется, в конечном счете через несколько минут, ну, может быть, там через 2 минуты или через 15 минут, у кого какое исходное состояние, какой организм, приходим к такой безмятежности, оказывается, это состояние по вашим же отзывам не только самый демократический метод, потому что мы там подбираем действия, синхронные нашему состоянию, не по шаблону какому-то «делай вот так», а «делай как ты». То есть ты сам подбираешь без всякого гуру, без всякого шаблона, подбираешь то, что тебе подходит, то, что не подходит, отбрасываешь и выходишь на это же самое состояние. Если ты не волну делаешь, а еще какие-то другие, например, приемы по методу «ключ». То есть это демократический метод. И во-вторых, оказывается, это универсальный метод. Да, это не я сейчас сказал, это вы мне пишите. Слово «универсальный» проскальзывало несколько раз, но в принципе, что с помощью этого метода можно не только успокаиваться, но и решать вопросы, которые вас волнуют, но которые недостижимые для решения, ну, то есть нерешаемые вопросы. Ну, например, там, хозяйственные вопросы или теоретические не имеют никакого значения. Если этот вопрос вас мучает, волнует, то делая вот эту волну или подбирая себе другие приемы, которые синхронны вашему состоянию, то есть делаются без всяких усилий, то получается на этом фоне, если вы будете еще думать о вопросе, который хотите решить, он у вас начинает решаться, потому что вы снимаете лишнее напряжение, которое раньше было психологическим барьером к решению этого вопроса. То есть вы эту стену снимаете. Вы снимаете по существу из своего сознания шаблоны и страх, что вы его не решите. Вот оно, оказывается, в чем дело. Поэтому демократичность метода, доступность каждому, потому что каждый подбирает именно свое, а не навязанное кем-то. И во-вторых, универсальность, потому что решаете, может, любой вопрос. Да, от прибавления здоровья до спортивных рекордов или защиты диссертации. До встречи, друзья!